Красная шапочка СССР Яна Поплавская потребовала убрать представителей Украины с российских каналов. Актриса и телеведущая Яна Поплавская опубликовала пост на своей странице в Facebook, где очень жестко высказалась о ситуации в Украине. Советская «Красная шапочка» публично обвинила украинцев в умышленном убийстве мирного населения Донбасса и потребовала убрать всех представителей Украины с российских федеральных каналов. На пост актрисы ответил российский журналист и блогер Александр Тверской. «Вы в курсе, что Российская Федерация 3 года назад нарушила территориальную целостность суверенного государства Украины? Вы в курсе, что в Украине, на территории чужого государства, уже 3-й год убивают украинских солдат российские люмпены вместе с вооруженными силами Российской Федерации? В вашу систему ценностей укладывается тот факт, что нарушать международные законы и нападать на другие государства нельзя? Вы какие книги в детстве читали? Или все ограничилось красной шапочкой? Вы пишете, что вам жалко детей, но вы врете. Вам плевать на детей, на стариков и на людей в принципе». Обратился он к Яне Поплавской. Также блогер отметил, сколько боли, горя и слез принес ваш русский мир в дом к невинным людям. Вас совершенно не смущает, что ДНР и ЛНР никто в мире не признал? Не закладываются сомнения, что санкции наложены на Россию не просто так? Или сознание, не замутненное вообще ничем, и только доллары перед глазами? Не хотите, Яна, обратить свой трепетный взор на свое нищее, отсталое государство, которое ничего не производит, где полстраны живет без газа, где 40 миллионов людей живет за чертой бедности, где пенсия стариков равна цене вашей губной помады, заключил Тверской. После такого комментария Поплавская удалила свой пост, а пользователя Тверского на Facebook заблокировали. Понравилось видео? Ставьте ваши лайки, пишите комментарии и делитесь видео с вашими друзьями. Чтобы быть в курсе всех последних новостей, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!